Наш эфир продолжает программа Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Он в условиях максимально приближенных к фронтовым выступает сегодня. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Значит, объясняю, тут на первом этаже меняют полы, поэтому иногда будут всякие шумы не очень понятные, так что заранее прошу извинения. Ну, даже эти непонятные шумы не смогут омрачить мое, во всяком случае, настроение в связи с тем, что произошло сегодня в Кеноше. Да, я совершенно с этим согласен. Дело в том, что было понятно с самого начала, ну, всегда без свидетелей сложно говорить, но по всем тем сведениям, которые к нам приходили, было понятно, что 17-летний парень попал в центр бегущей, орущей, ненавидящей все вокруг толпы, которая сжигала машины, переворачивала, избивала и тому подобное. И когда, так сказать, на него полилась эта волна, и у него пытались отнять, значит, оружие, которое у него было, и его пытались ударить, ударили и бросили в него что-то, и побежал к нему человек с цепью, с криками «я сейчас тебя убью», то когда он стал отстреливаться, это называется самозащита. Но дело в том, что мы прекрасно знаем, как, к сожалению, в последнее время работают наши суды, когда, или там, скажем, всякие там ФБР и ЦРУ и тому подобное, когда 30 тысяч имейлов стираются с компьютера после того, как затребовал Конгресс, после чего руководитель ФБР говорит, что ни один, значит, прокурор не станет даже брать такое дело и тому подобное. То есть, ну, так сказать, и всякие другие решения Верховного суда приводили нас в состояние изумления, ошарашивания. И поэтому вот этот случай, когда действительно парень, который на самом деле, как выяснилось, ни в чем не виноват, ни в чем имеется в виду, он никого не собирался убивать, он не приходил убивать, он не задумывал никого убивать. Он действовал абсолютно как человек, на которого напали, он вынужден был защищаться, и слава богу, что у него было это ружье, потому что, как сказал Дершкович на Фоксе, это профессор, юрист известный Дершкович, он сказал, что а что было, если бы у него не было ружья, он сказал, если бы у него не было ружья, он был бы мертвый. Так вот, значит, у него был, так сказать, выбор, либо он будет мертвый, либо он будет стрелять. И он выбрал то же самое, что выбрал бы я, и выбрал, наверное, большинство, если не все люди, которые сейчас слушают нашу передачу. Но почему я горд, почему я не только рад за него, но и рад за Америку? Потому что 12 человек, 7 женщин, 5 мужчин, которые сидели в присяжных заседателях, которые 3 дня как бы разбирались с происходящим, просматривали, снова просматривали свидетельства и тому подобное, единогласно пришли к выводу, что он не виноват, несмотря на то, что им говорили о том, что будут, значит, там беспорядки, сожгут. За ними даже ходил представитель, значит, MSNBC, позор на MSNBC, фотографировал их и пытался узнать, где они живут, для того, чтобы они знали, что им будет, если они вынесут не тот приговор, который левые хотят. И тем не менее, можно сказать, что 12 человек, жители Кеноши, Висконсин, они поступили как настоящие герои, которые сказали: правда есть правда. Точка. Да. Я рад, доволен, горд за нашу страну. Абсолютно. В эту минуту можно сказать: I am proud to be an American. Я периодически включал на Фейсбуке там прямой репортаж MSNBC, брали интервью у какой-то афроамериканки, она опять проводит параллели с тем, что произошло, решение суда, рабство и так далее. В общем, этот бред весь расовый и так далее. Потом он брал интервью у какой-то мусульманки, шустрой, молодой, та говорит, что это все бизнес, там у них это. В общем, MSNBC продолжает. Я вообще с нетерпением жду, когда адвокаты Риденхауса начнут судить мейнстрим-медиа. Вы помните, Сэндман получил 250 миллионов за то, что этого парня... Да. А кто ему заплатил, CNN или кто-то еще? CNN. CNN точно.
CNN точно я знаю. И я вот жду, не дождусь. Кстати, они также могут вменить такой же иск и ЗИЦ-председателю, то есть ему нельзя уголовное какое-то предъявить обвинение, а гражданский иск ему вменить можно, потому что он выступал точно так же, обозвал его белым супремасистом, что он член милиши какой-то военизированный, в общем, наговорил 7 бочек арестантов. И я думаю, было бы неплохо его на несколько миллионов засудить. Те деньги, которые он нечестным, так сказать, неправедным трудом, а за счет взяток, за счет вымогательств с разных, так сказать, с помощью своего сына получил, я думаю, было бы справедливо у него их отнять. А Китай ему пришлет еще, у них много денег. А тогда его можно на миллиард судить. Это хорошая идея. Китай миллиард, скорее всего, не даст. Вот. Так что следующий этап. И, кстати, там я еще был, там выступал кто-то на MSNBC, ведущая задала вопрос, как вы думаете, могут ли еще федералы предъявить ему какие-то обвинения, так сказать, и пойдет дело дальше в федеральный суд? Он говорит, ну, скорее всего, нет, но... А, так сказать, выступления, протесты, скорее всего, будут. Я предупредил всех своих слушателей, чтобы они так проверили свое оружие на всякий случай, почистили. Чтобы... Вот интересно, что, я не знаю юридически почему, но вердикт, который вынесло вот это вот присяжные заседатели, он не может пойти в апелляцию. То есть он финальный. Да. Они могут придумать, может быть, за что его еще судить, но за это самое... Больше они его судить не могут. Еще раз, я не юрист, поэтому не знаю, почему, так сказать, это происходит, но вот как бы вот такой вот вердикт. То есть, как... Теперь очень интересно, что судья, который, ну, совершенно республиканец, да, совершенно неправый, кем он был назначен, я не помню, кем он был назначен, но каким-то из демократических президентов, он сказал замечательную фразу. Он сказал, я не мог бы попросить лучших присяжных, чем те, которых я получил. Ну, судья вел справедливое заседание, когда прокуроры пытались там либо отойти в сторону от закона, либо еще что-то, он их останавливал и давал им понять, что нет, в моем суде это не пройдет. Лгать нельзя, незаконно поступать нельзя и так далее. Да, конечно, проявился. Значит, теперь вопрос, который, так сказать, все задают, а что будет дальше с ним, с этим самым, значит, с Риттенхаузом, с Кайлом. Скалия предложил ему стать интерном у него в... Скалия, он тот самый конгрессмен, и занимает там довольно высокую должность в Конгрессе, предложил стать интерном в Конгрессе. Думаю, что он не пойдет, он... Раньше говорил, что он хочет быть либо полицейским, либо идти в медицину. И сейчас вроде бы он сказал своему юристу Кайл, что он бы хотел куда-то уехать и где-то учиться на то, что называется, на медбрата. Ну, медсестра, медбрат, нерс, то, что называется, да. С дальше возможностью развиваться в эту сторону. Кроме того, он явно уедет из этого района. И вполне возможно, что он будет менять имя. И, по крайней мере, попытаться, так сказать, следы замести, потому что есть очень много отморозков, подонков и просто людей, которые работают на Демократическую партию Америки, которые попытаются его убить. Вообще, он сейчас проживает в Антиоке, это неплохое место, там живут в большинстве своем вменяемые люди. Мы туда нередко ездили на рыбалку летом. И вот, когда по озеру идешь, ну, вообще, Channel Lakes, это там целая цепь такая озер. Там Пистаки, Grass Lake, Fox Lake и так далее. Мэри, Channel, Катрина. Вот дома стоят на берегу, и нередко были видны флаги Трамп, Трамп, Трамп и так далее. Вот интересная штука. Я, кстати, вчера читал статью о том, что обычно, то есть, по крайней мере, 100% случаев до того, значит, сколько там существует Соединенные Штаты Америки, выборы порядка 200 лет, заканчиваются выборы, и практически все убирают флажки, а особенно никто не покупает больше там шапок с именем
президента, бывшего президента или что-то еще. И абсолютный феномен происходит сейчас с Трампом. Все те онлайн-магазины, которые торговали майками, шапками, флагами и тому подобное, рапортуют абсолютно такой же спрос постоянный на перифиналию, которая связана с Трампом, с МАГА там, и тому подобное, как оно было просто перед выборами. То есть такого феномена никогда в США не было. То есть 37% населения, которые голосовали, так сказать, то, что называется, не только голосовали, которых называют трампистами, они продолжают быть трамписты и продолжают считать Трампа своим лидером и тем человеком, за которым они хотят, так сказать, идти в ту сторону, в которую он ведет, что совершенно поразительно. Да. Посмотрим. Ну и еще на MSNBC сказали, что, ну, там репортаж велся прямо от здания суда, что пока вроде тихо, все спокойно, хотя если собирается какая-то группа людей, тут полиция подходит, ну и где-то рядом с городом стоят гвардейцы, по-моему, 500 человек, Национальная гвардия, но вот и они говорят, что, ну, вот с наступлением темноты возможно, все-таки протесты, выступления. Мне интересно, Айверс отдаст приказ гвардейцам наводить порядок или не отдаст? То есть он как бы сказал, что вот они подготовились, я имею в виду губернатора штата Висконсин. Но, скорее всего, я думаю, он отдаст приказ, потому что у него перевыборы, и его, наверное, высадит Клиффиш, которая была вице-губернатором у Скотта Уокера. Скорее всего, она его высадит, потому что... Ну, вообще, не ожидал я от жителей Висконсина, что они избавятся от своего губернатора, который столько для этого штата сделал. И вы помните, какие там баталии устраивали? Там ворвались в здание Капитолия представители профсоюза. Со всей страны деньги поступали для, от профсоюзников, чтобы свалить его, потому что он, по сути дела, отменил закон, который... по которому профсоюз автоматически, как подоходный налог, с каждого чека удерживал деньги. А они приняли закон «right to work», когда человек, устраиваясь даже на государственную службу, там, учителем или кем-то, решает для себя, или он будет членом профсоюза, или он будет платить профсоюзные взносы, или он подумает. Так вот, это подкосило местные профсоюзы на то, настолько, что... будучи в финансовой яме, штат Висконсин, ну, может быть, не в такой, как наш гребаный штат, 200 миллиардов долларов, non-funded liabilities, но сразу же после того, как был принят этот закон, по итогам года они вышли в плюс, то есть не с дефицитом, а с плюсом, сюрплас. А вот в нашем штате, несмотря на то, что Конституция запрещает однозначно принимать бюджет несбалансированный, они уже десятилетиями делают все вопреки Конституции. Они принимают бюджет, в котором дефицит заложен там 5-7 миллиардов долларов, творят беззаконие. Демократы плевали на Конституцию на федеральном уровне, на штатном уровне. Для них это так, Филькина грамота. Бумажка, бумажка. Да? Да. Так что, ну и на фоне вот этого такого положительного сообщения есть печальное сообщение. Это сегодня Нижняя палата Конгресса США проголосовала за принятие этого монстра. То есть... в то время как у нас нарушаются границы, инфляция through the roof, что называется, в то время как криминал расцветает пышным цветом во всех городах больших, они принимают закон, который, по которому они намерены потратить триллионы долларов, которых, кстати, у нас нет. У нас этих денег нет. И они такие радостные. Один только демократ проголосовал против этого законопроекта, то есть там с перевесом в 2 голоса, по-моему, или в 3, они все-таки протолкнули. Но это законопроект. Я очень надеюсь, что Сенат остановит это. Ну, у нас есть, к сожалению, только надежда на 2 демократов в Конгрессе. Это Сенека и этот самый
Манчин и Синема. Да. Который, Манчин, которые выступают против этого, говоря, что нельзя подталкивать в яму долговую Соединенные Штаты Америки, которые находятся в состоянии, при котором уже непонятно, как мы будем вылезать из нашей финансовой ситуации. Но до того нашлось 13 республиканцев, которые за предыдущие бредятину проголосовали. Да. И причем это они объясняют тем, но на самом деле в том законопроекте, за который они проголосовали, вот этот, который уже подписан, это уже закон, смешная карикатурная фигура Чака Шумера, стоявшего голову вперед, ручки сложил на животике, когда Байден подписывал этот законопроект. Ну, Чак Шумер вообще карикатурная фигура, ну ей-богу, карикатурная. Я уже не говорю про сумасшедшую Нэнси Пелоси, которая машет руками во все стороны, когда говорит. А этот, и когда он подписал, такие аплодисменты жиденькие. В общем, так в том законе, по-моему, 110 миллиардов долларов из почти полутора триллионов идет на ремонт дорог и мостов. А ведь это 1.2 или 3 триллиона долларов. То есть это где-то около 10% идет непосредственно на вот ремонт и строительство, на ремонт мостов и дорог. А там заложено столько всякой бредятины. Но, скажем, конгрессмены, которые проголосовали, это Эмилия Такис, которая, кстати, вызывала симпатии все время, там еще ряд конгрессменов из Нью-Йорка и Нью-Джерси, потому что им там кинули кость, такие pet projects, местные проекты такие, ну, то есть, скажем, доноры, какие-то корпорации, которые субсидировали избирательную кампанию этих конгрессменов, получат по куску денег от этого пирога, по куску большому, поэтому они, конечно же, пошли. То есть, ну, это как обычно все делается. А вот что касается этого закона, мало того, что они загоняют нас в финансовую яму еще глубже, то есть мы уже имеем там 30 триллионов долларов государственного долга, в CBO, которые, как обычно, очень консервативно считают, насчитали там 360 с чем-то миллиардов долларов дефицит. Ага. Хотя ЗИЦ-председатель с трибуны заявляет о том, и все ему вторят, и масс-медиа, и все, что это все будет оплачено. Зиро! Зиро! Это нам ничего не будет стоить. Зиро! На самом деле, люди, которые попытались разобраться с этим монстром, то есть попытались, там сказать, вникнуть в суть этих законов, которые они пытаются протолкнуть, и лозунг о том, что мы, так сказать, средний класс облагодетельствуем, а вот богатые заплатят, на самом деле, я не вникая в суть закона. Ведь всякий закон кто-то лоббирует. То есть люди, у которых есть деньги, которые тратят колоссальные деньги, лоббисты оперируют миллиардами долларов. И вот мне трудно себе представить, что какие-то миллиардеры лоббируют закон, который ущемит их интересы. Вот можете себе представить, вот я миллиардер, я трачу деньги на лоббистов, чтобы они пролоббировали этот закон, и этот закон, когда вступит в силу, у меня отнимут деньги. Вот я не могу себе такого представить. Ну, все верно, конечно. А кроме того, я до сих пор не могу понять идиотскости, тому, что люди могут верить идиотскому утверждению следующего характера. Мы сейчас потратим там миллиард, триллион, 100 зиллионов, неважно, но это никому ничего стоить не будет. Это как? Откуда они берутся? Значит, либо вы их займете где-то, тогда надо отдавать с процентами. Значит, то есть кто-то потратил, а кто-то другой будет отдавать, да и плюс проценты. Либо вы напечатаете эти деньги, и тогда наши деньги обесценятся, и хлеб будет стоить вместо доллара $1.20. То есть это будет нам стоить, да? Либо последний вариант – это заберут деньги у тех
людей, которые инвестируют в производство, значит, они не смогут инвестировать в производство. Либо и банки этим занимаются, да? Любого банка забери деньги, часть прибыли, и он не будет инвестировать ее в производство. Значит, как только он не инвестирует, не организовываются рабочие места, не покупаются новые станки, не обновляются самолеты, не переделываются дома. То есть мы теряем огромное количество рабочих мест, если забирают деньги, и значит, мы не производим материальные ценности. То есть никакого другого варианта найти деньги нет. Ну, есть еще один вариант. Вдруг найти клад. Ну вот, как-то мне не верится, что они имеют в виду найти клад. Все остальные варианты, я как бы оговорил, все эти варианты нам стоят огромных денег, огромного количества рабочих мест, огромного количества понижения жизненного уровня и тому подобное. Поэтому что значит, это вам копейки стоить не будет? Ну, бредятина сивой кобылы. Да. Ну, то есть, рассказ о том, что богатые заплатят за это все сказка про белого бычка, а на самом деле, у богатых есть возможность нанять армию адвокатов, чтобы найти какие-то лупхол, чтобы не платить налоги. Я помню Уоррен Баффет, который подпевал Бараку Обаме о том, что он платит налогов меньше, чем его секретарша, и что надо повышать налоги, потратил несколько миллионов, несколько лет для того, чтобы отбить свои налоги. Потратил несколько миллионов. Надо понимать, что налогов там, значит, было гораздо больше, чем те миллионы, которые он потратил. На миллиарды. Да, и у Сороса такая же примерно ситуация. Там по новому закону ему надо было заплатить что-то порядка 7 миллиардов долларов по налогам. Что-то я очень сомневаюсь, что он это сделал. А Эл Шартон, который должен в казну 4,5 миллиона долларов, уже черт знает сколько времени. Сидит себе, живет, получает на MSNBC деньги, будучи там ведущим на этой помойке. Все в порядке. Но зато мы, наверное, вот в следующем сегменте к этому вернемся. Это я сегодня уже немножко упоминал об этом. О назначении Сауле Омаровой ответственной наблюдателем, регулятором банков. То есть она будет, по сути дела, определять, руководить всеми банками. И как с этим связан один из пунктов этого нового ужасного законопроекта BBB, в котором они выделяют миллиарды долларов для АРС с тем, чтобы те наняли на работу там 80 тысяч новых агентов. И кого они будут шерстить, и для чего это будет делаться. Давайте мы, наверное, сейчас сделаем небольшой перерыв. Возвращаемся в программу Леона Майнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, звоните. Значит, Сауле Омарова, номинантка на должность руководителя управления валютного контроля американского Минфина. Так вот, ее с ее биографией не взяли бы ни в один банк, поскольку в 1995 году она была арестована за воровство в магазине. То есть у нее уголовное прошлое. Ни в один банк клерком не взяли бы. А ее хотят назначить руководителем, который будет регулировать, контролировать работу банков. Но это еще полбеды. А вот ее взгляды, ее, так сказать, преференции. Во время слушаний я слушал, ну, как всегда, сенатор Кеннеди, красавец из Луизианы. Он говорит: я не знаю, как к вам обращаться, госпожа профессор или товарищ. И он ее комсомольское прошлое вспомнил и так далее. Выпускница МГУ, ленинский стипендиант. Диссертацию писала там что-то марксизм, экономика, марксизм, в общем, что-то такое. И, значит, ее заявления публичные о том, что
банки, только те банки, которые финансируют зеленую энергетику, должны получать лицензию. А те банки, которые финансируют нефтегазодобывающую или угольную промышленность, должны быть обанкрочены. Другими словами, ну, вы же понимаете, что ни нефтяная, ни угольная промышленность без кредитов банковских существовать не может, потому что там, ну, большие деньги в обороте находятся. Другими словами, она мечтает о том, чтобы убить все эти отрасли, угледобывающие, нефтедобывающие, газодобывающие. Ну, это просто она сотрудник комитета государственной безопасности, как бы там ни назывался, заслана сюда для того, чтобы разрушить американское нефть и газодобывающую промышленность. Другими словами, разрушить страну, убить американскую экономику. Потому что я... Ну, вот если предположить, что, скажем, мы прекратили добывать нефть, газ и так далее, уголь, и перестали закупать это же все делается якобы во имя борьбы с глобальным потеплением. Но если мы здесь не добываем, а у нас довольно жесткий, как бы, контроль над этим, у нас существует целое агентство, которым этим занимается, а, скажем, в других странах добывают, и мы у них покупаем, то каким образом это улучшает экологическую ситуацию? Этого понять не могу. А если предположить? Только ухудшает. Дело в том, что в чем я согласен с глобалистами, это с тем, что у нас только один глобус, одна Земля. Да. И воздух, который, так сказать, в этот момент находится над Гималаями, через некоторое время находится над Пиренеем. И т.д. То есть Чернобыль не прошел даром для Европы. А то, что происходит, какой-нибудь там вулкан, который 3-4 дня воздух выбрасывает миллионы тонн там, как из загрязняющего всякого вещества, оно потом ложится по всей планете, разбрасывается, да? Одна из версий, почему погибли мамонты, это потому что здоровенный метеорит ударил в одном месте по Земле. Земля среагировала тем, что в воздух поднялось огромное количество частиц и висело там несколько десятков лет. То есть одна планета у нас, одна Земля. Поэтому я совершенно не понимаю. Я, кстати, не понимаю смысла и электромобилей, как они там называются. Потому что для того, чтобы проехать одну милю на электромобиле, для электричества, которое в этот потребляется для этой одной мили, выбрасывается для добычи его и перегонки, и хранения, выбрасывается больше воздух загрязняющих веществ, чем при проезде автомобиля на двигателе внутреннего сгорания. Поэтому это какая-то полная бредятина. Но я расцениваю это чисто как пропагандистскую уловку для того, чтобы дурить народ, чтобы народ там за вас голосовал и давал вам деньги. И вообще, чтобы государство выделяло миллиарды, чтобы их можно было деребанить. Больше ни на какой причины я не вижу для этого. Есть еще одна причина. На самом деле, минералы, которые используются для создания батареи, литиевые батареи используются для электромобилей, добычу руды, по-моему, 80 или 85% контролирует Китай. А компания, которая производит эти самые батареи, тут недавно великий художник по имени Хантер Байден инвестировал туда колоссальные деньги, а стало быть, будет получать колоссальные дивиденды, поскольку его папашка, зиц-председатель, тут настаивает на том, что надо перевооружить все автобусы, автомобили и сделать их работающих на батареях. Понимаете, тут еще такие меркантильные интересы завязаны так, что ой-ой-ой. То есть напрямую кто-то будет обогащаться. Кроме того, в этом идиотском, совершенно разрушающем страну законе предусмотрено выделение 555 миллиардов долларов на зеленую энергетику. То есть мы будем отправлять эти миллиарды долларов денег в Китай для того, чтобы он производил турбины для мельниц. Кстати, произведенные тоже из пластика. А пластик, как известно, производится из нефти, из углеводородов. Так вот, Китай будет
зарабатывать огромные, он миллиарды заработает. То же самое с солнечными этими панелями, которые производятся в Китае. У нас были попытки, вот компания Solyndra, если вы помните, была такая, которой Обама дал 500 миллионов долларов кредит государственный, а потом они ему откатили на избирательную кампанию хренову тучу денег и после этого быстренько обанкротились. И когда комитет Конгресса попросил документы, связанные вот с этими, так сказать, выделением средств и так далее, Solyndra, Обама, так сказать, резко отказал, Белый дом отказал им в этом. Никаких документов комитет, который расследовал ситуацию с Solyndra, не получил. Зато Беннона, который отказался прийти, будучи частным гражданином, причем, как правило, когда комитет вызывает кого-то заслуживать, раньше была традиция, это были либо какие-то представители министерств, либо Белого дома, ну, то есть люди, которые имеют отношение к правительству. А этот там 4 месяца поработал в команде Трампа, и потом уже 4 года занимался частной практикой, ну, там, в медиа и так далее. И они его вызывают, он отказался давать показания, так они направили дело в Министерство юстиции, его вызывал ФБР. Ну, не на того напали, на самом деле, я думаю. Он просто так не сдастся. Ну вот, так вот, значит, госпожа или товарищ Омарова предлагает уничтожить банковскую систему. Еще одно предложение, с которым она выступила публично, это что деньги должны быть депозированы не в частные банки, деньги граждан, а должны быть депозированы в Federal Reserve, то есть в государственный. Сберкасса. Да. То есть правительство, то есть там Пелоски разные, Обамки, ЗИЦ-председатели будут контролировать все наши денежки. И для того, чтобы... Вот мне как раз и кажется, что в этом законе предусмотрено найм 80 тысяч новых агентов, чтобы они имели право доступа ко всем банковским. Ну, а еще там, помните, $600 какой-то транзакция, и все агенты могут проверять ваши банки. $600 у них провалилось, они на 10 тысяч они все-таки закрепили. А разницы-то нет. Не верю я нашему правительству ни секунды. Они потом скажут, что 10 тысяч это должны аккумулироваться, а у кого, извиняюсь, да, на счетах, да, не проходит через них в течение там года 10 тысяч долларов. Абсолютно, да? Абсолютно. То есть, значит, это так. Прошло 10 тысяч, все, мы имеем право залезать, смотреть, что делаешь своими деньгами, кому ты посылаешь донаты, кого ты поддерживаешь, с кем ты общаешься, где ты покупаешь, что ты покупаешь, там и тому подобное. То есть та же самая история, как регистрация оружия на федеральном уровне. Каждого зарегистрировать, знать, у кого сколько чего, на тот случай, когда они созреют для того, чтобы конфисковать оружие. То же самое и с банковскими счетами. Чтобы знать, у кого сколько чего, чтобы все эти счета конфисковать, закрыть, перевести в Федеральный резерв. И вот то, о чем вы говорили. Вот решат они, что вы себя плохо ведете, вам перекроют кислород, ваши денежки заблокируют. Мало того, что они сейчас выгоняют с работы тех, кто не вакцинируется, а тогда они будут иметь полный контроль над вашим личным банковским счетом, который станет уже не личным, а федеральным. И они могут в любой момент перекрыть вам кислород, лишить вас возможности купить кусок хлеба. То есть вот то, о чем вы говорили, эти прогрессивные называли теорией заговора, на самом деле все вырисовывается в абсолютно пазлах, что называется, складываются. Ну, это попытка уничтожить свободный рынок, а с ним вообще все свободы, которыми мы обладаем на сегодняшний день, вообще все. Уже в тот момент, когда ты боишься, что у тебя сейчас перекроют счет, и тебе больше не дадут возможность покупать, там, скажем, 30 дней, вас выгоняет там Facebook на 30 дней. А сейчас на 30 дней государство будет вам перекрывать за то, что вы открыли рот, доступ к вашим деньгам. Существуйте, как хотите. Вот второй раз подумаешь, 28 раз сказать или не сказать. А большинство людей говорить не будет, правильно? Да. То есть нас лишат свободы слова, свободы собраний, свободы действий, свободы высказываний, свободы любой
свободы, которая на сегодняшний день у нас имеется. Просто, ну, вот как в Советском Союзе. Иди, можешь подходить на Красную площадь и кричать, что Никсон плохой. А что-либо о нас кричать ты не можешь, потому что мы тебя сразу же выгоним с работы, арестуем всех твоих детей. Там. Мы уехали в Израиль. Когда в 73-м году мужа моей тетки выгнали с работы. Леон, если не возражаете, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Леон, это Владимир из Виллинга. А вот то, что вы говорите, уже происходит. А вспомните, как перекрыли кислород Стиву Дуднику. Просто выкинули из банка, к чертовой матери, генерала Флина. В одно касание раз, и сказали, ваше то, что мы вас обслуживаем, это кто? Такой Chase Bank. Ваше обслуживание, то, что мы вас обслуживаем, портит нашу репутацию. Ага. Ну и так далее. Так что все хорошо, все идет куда надо. Я вообще считаю, что вот когда-то вы, Леон, вы сказали мысль, что всякая демократия имеет свои пределы. Когда, вы знаете, вот помните, такая была история со страной, менее процветающей Сингапур. Ли Куан Ю, у него было очень демократично, когда он тащил за уши из болота эту страну. Где-то он диктаторские методы вытаскивал их. Да, в общем, дерьма, бандитизма, нищеты. Понятно. Иногда, и, кстати, насчет демократии, как она была задумана основателями, что право голоса нигде в Конституции не оговорено. Это не случайно. Была масса ограничений. Демократия не считали настолько хорошо, насколько разумные голосующие и ответственные. Ну, а тогда всеобщее право голоса, но мы им пошли и мы. Спасибо, Владимир. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Ну, вам придется перезвонить, что-то не сработало. Я на самом деле согласен с человеком, который... Да. Прерывай меня в любой момент, когда позвонят. У нас есть звонок. Давайте попробуем. Говорите. Это, очевидно, опять Бориска таблетку потерял и балуется. Ну, бог с ним. Дело в том, что демократия, к сожалению, очень нестабильна. Демократия всегда ведет к узурпации власти какой-то группы. Называйте это там большинство, там, так сказать, диктатура пролетариата, да, или меньшинство, там какой-то там триумвират или что-нибудь еще. Но оно всегда ведет к тому, что она рассыпается, и на ее смену приходит что-то другое. Иногда удается построить демократический режим таким образом, что он может долго продержаться. Он не может всегда продержаться. К сожалению, наши отцы-основатели совершили две ошибки. Они не ввели голосование как право, которое надо заслужить, а не общее, что называется, обязанность или там общее право, всеобщее. И второе, это они не запретили брать с населения налоги. Они как бы ничего по этому поводу не сказали. И даже представить себе такое не могли. Но надо было представить, что называется. И дело в том, что вот до того момента, когда, по-моему, если не ошибаюсь, 1760-й год или что-то в этом роде, до того момента, как конгрессы не брали деньги, они за два года своего существования, конгресс существует два года, писали что-то вроде там 50-60-70 тысяч страниц разных законов. С того момента, как они ввели налоги, то есть они вдруг поняли, что они могут брать сколько угодно денег, увеличивать сколько угодно налоги на население, а потом делать с этими деньгами, чему им придет в голову, то они стали писать сначала 500 000 страниц, потом 1 000 000, а сейчас они пишут до 2-2.5 миллиона страниц законов каждые два года. И все они 100% связаны с увеличением, распределением тех денег, которые они у вас воровали. Абсолютно. И большинство... Ну, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло? Да. Говорите. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день, спасибо за передачу. Я несколько вопросов к вам, Леон. Не могли бы вы, допустим, рассказать, что сейчас происходит в Калифорнии, посредством в Лос-Анджелесе, по поводу рекола вашего гарсона, который там руководит всем этим безобразием по поводу. И, в принципе, должен был уже быть какой-то рекол и голосование в этом ноябре, но почему-то этого не было. И что происходит с нашим гавернером, который в Калифорнии? Ньюсомом были слухи, что он заболел коронавирусом, правда это или нет? И как это ваше мнение и, соответственно, новости? Второе, хотелось бы узнать, понимаете, вы как-то говорили, что вы открыли этот новый веб-сайт, но я что-то искал, я так и не нашел. Если бы могли где-то публиковать свой веб-сайт, или где-то точно, может быть, неправильно было там слоган, который нужно было войти, чтобы выяснить до конца, и, потому что что-то по гуглу вас найти нельзя, это веб-сайт, к сожалению. И, может быть, «Народная волна» когда публиковала бы это где-то там в Notes. Это второй вопрос. И третий вопрос. Вот мы сейчас, конечно, все довольны, что произошло в киноше, но я так думаю, что если не было бы этих всех видео, если не было бы, допустим, открытые съемки в самом, как говорится, зале заседания, его бы, скорее всего, бы этого парня засудили. То есть, конечно, понимаете, и все эти выстроенные против него эти требования, которые были выстроены, они не ожидали, что это будет все так публикейтед в СМИ, которые факс каждый день публиковал, и все остальные. Поэтому они, конечно, знали, что проиграют, но так, конечно, не ожидали. Не думаете ли вы, что это повлияет на то, что опять начнутся по всей стране вот эти призывы BLM и Антифа, и начнутся эти погромы не только в киноше, может быть, в Чикаго, может быть, там, в Нью-Йорке, может быть, в Лос-Анджелесе. Спасибо. Давайте с самого простого, с последнего. Да, конечно, чем больше фактографического материала существует, тем сложнее идеологии заставить осудить невиновных людей и представить дело не так, как оно было, а так, как им хочется, чтобы мы это видели. Поэтому, слава богу, и для нас, и для Кайла, что существовали все эти съемки из воздуха, и людей, там, и тому подобное. Поэтому призываю всех тех, кто оказывается в ситуации, которая, им кажется, начинается что-то горячее, немедленно вынимать телефон и делать видеозапись. Это первое. Второе. Думаю ли я, что будут по всей стране какие-то там по этому поводу? Нет, я, честно говоря, не думаю, потому что я не вижу, зачем демократической партии. Я надеюсь, всем понятно, что это устраивается на деньги и демократами и тому подобное. Я не вижу, зачем демократической партии нужно по поводу вот этого конкретного дела что-то сейчас устраивать. В киноше, наверное, что-то будет. Но там, скорее всего, их остановят, потому что, в общем, готовятся к этому. Поэтому я не жду огромных, так сказать, каких-то погромных действий по всей стране. Второе, насчет Калифорнии. Губернатора пытались отозвать. Он, не знаю, заразился чем-то, не заразился. По слухам, по нашим внутренним, он перенюхался кокаина, и поэтому не 3 или 4 дня не появлялся на людях. Но опять это чисто слухи, и поэтому я не знаю, правда это или неправда. Можно и заразился, бог его знает. Значит, он, в принципе, он призывал все время ходить в масках, но ходил без маски. Но я-то считаю, что маска как мертвому припарке. Ходи в ней, не ходи, все равно вирус маленький, а переплетения на маске очень большие. Это как ворота футбольные и футбольный мяч. Да? От того, что вы носите на рту футбольные ворота открытые, мяч легко может вам залететь. Вот. А кроме того, на самом деле маска не предохраняет вас, а она как бы предназначена для того, чтобы якобы предохранять, чтобы ваша слюна, капельки слюны не вылетали из вас, так сказать, и не попадали на других. Это основная ее задача. Мол, не себя спасай, а, значит, помогай ближнему. Но это тоже бредятина. На самом деле, значительно хуже носить маску и вдыхать обратно то, что осело на ней. Там 2% оседает, 98% пролетает. Но 2% плюс 2% плюс 2% в финале у вас такое на маске творится, что через 4 часа вы начинаете дышать обратно всем тем, что вы как бы
ваш организм решил выбросить из вашего организма. Вот. Поэтому, не знаю, то, что он носил маску или не носил. Вообще он такой странная фигура. Он человек очень неумный, я бы даже сказал, дурачок. Но очень красивенький, племянник, и там со связями. И в принципе, будет как Байден, но красивее и более представительный. И не будет запинаться, когда будет читать, когда ему будут читать тексты чужие. Поэтому я думаю, что он всех устраивает, как будущий кандидат в президенты, и топить его, естественно, не будут и не дадут ему проиграть рекол. Это было понятно как бы с самого начала, хотя надежда была. У нас не было представителя. Ларри Элдер, наверное, очень хороший человек, но он, как и Обама, даже кружком певческим не руководил никогда в жизни, поэтому какой он к черту губернатор? Просто потому, что он какие-то правильные вещи говорит по радио. Ну, окей. Говорит, очень его уважаю, очень там. Я, когда попадаю, еду в машине на него, я с удовольствием его слушаю. Вот. Ну а теперь к последнему вопросу относительно веб-сайта или портала. Мне, честно говоря, безумно странно слышать слова, которые вот мне сказали. 8 передач я посвятил своих. 8 своих передач я посвятил, в которых я рассказывал, показывал, давал адрес, под ними писал адрес, над ними писал адрес. Я выступал у практически всех блогеров. Я выступал у американских. Я выступал практически на всех радиошоу, которые только есть на русском языке, ну, скажем, условно говоря, правого направления, где рассказывал об этом. Даже до христианских, даже у пасторов из Сакраменто и тому подобное. То есть я сделал минимум 15 выступлений, в которых я подробно рассказывал об этом веб-сайте, об этом портале, о школе и давал и внутри этих видео, и рядом с этим видео адрес. Но, так сказать, очевидно, он прошел мимо звонящего. Я с удовольствием скажу еще один раз. Сам портал называется Камертон, английскими буквами с буквой K. Камертон. Потом точка. А потом написано Global. Это главная страница портала. Значит, часть портала – это новости и прочее, они еще не готовы. И с левой стороны там значок, где написано «Мир, события, люди». Если кликните туда, выясните, что «Under construction». А если кликните с правой стороны, где написано «Школа», то вы пойдете в саму школу. Если хотите, можете набрать education.camerton.global, попасть напрямую в школу. Ну, можете так, можете сяк. Теперь первая страница camerton.global, на ней есть и английский, и русский вариант текста. А школа пока что только по-русски. Через полгода, когда мы точно разберемся, что работает, что не работает, как работает, что лучше доходит и прочее, мы будем дуплицировать это по-английски, а потом еще и по-испански. Так что вот, господа, если кого-то интересует, то camerton.global, кликните с правой стороны, внизу написано «школа» или «school», смотря на какой язык вы попадете. Там, кстати, можно менять язык наверху справа. Написано русский, английский, English и русский. Да? Вот. А кликайте сюда, переходите на другой язык, либо просто кликните на «школу» и перейдите на русскоязычную «школу». education.camerton.global. Там есть мое выступление, чего, собственно, мы делаем. Там есть уроки бесплатные, там есть потом уроки платные, если кто-то захочет. Там есть книги бесплатные, там есть книги платные. То есть куча всего того, что полезно очень вам, вашим внукам, вашим детям, вашим соседям, вашим кому угодно. Ну, я надеюсь, что после подробного такого рассказа наш радиослушатель разберется. Камертон через k.global, и вы попадете на главную страницу. Леон, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не осталось, посему до встречи в следующий раз. До свидания.